Привет, это Рэйчел. Проект «Страсть», помнишь? Вирт. А, ну да. Что такое? У нас тут небольшой кризис, и нам очень нужна твоя помощь. Стивенсон расклеился. Психологи никак не могут ему помочь. Ты можешь приехать к нам в студию? Просто, ну, поговорить с ним? Могу, конечно. Скоро буду. Он говорит, что приедет. Спасибо, Ви. Рэйчел тебя ждет, если что. Что происходит? Джошуа в порядке? Без понятия, мне как-то похер. Заходи давай. Похоже, снимать Вирт с предсмертной агонии не всем кажется хорошей идеей. Это просто горстка недовольных, а брейнданс увидят миллиарды. А что, если начнется скандал? Студия не боится убытков? Шутишь? Они скандалы добиваются. Я бы тоже протестовал, если бы мог. Но никуда не денешься. Семью надо кормить. Такая работа. Куда мне идти? Прямо по улице, до здания, у которого стоит полицейский. Спасибо. Ха. Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Ну ладно, заходи. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. Мне кажется, это какое-то безумие. Ты погибнешь. А студия будет наживаться на этом еще кучу лет. Слишком поздно. Я не могу отказаться. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Я не хочу молиться. Хорошо, тогда подожди минутку. Пора начинать. Идем. Надеюсь, Зулейха молится сейчас за меня. Ты останешься со мной до конца? Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Нет, извини. Я не хочу смотреть, как тебя будут прибивать к кресту. Я сделал, что мог. Правда. Но смотреть... Нет. Нет, прости. Ладно, спасибо, можешь идти. Я тебе позвоню. Пойдем, уже все готово. Соберись и вперед. Слахлану, Авину. Кихатану, Мхаллану, Малкейну, Кипашану, Кимохельф, Солеахата, Барухата Адонай, Ханун Хамарбе, Лислоах, Ревоейну, Рива, Ривейну, Угалейну, Мхералмаш, Мехакигоэль Хазаката, Барухата Адонай, Гоэл, Исраэл. Джошуа.
пора. Мое время пришло. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Пожалуйста. Хорошо, Джошуа. Конечно. Спасибо. Хорошо. Начинаем. Тебе нужно будет сказать несколько строчек. Заучивать не надо, их покажут на суфлёре. Бога, когда и сам осужден на то же. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Отче, Отче, в руки Твои предаю дух мой. Аминь. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Буду ждать звонка. Угу. Удачи. Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Я больше не могу.
Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Отче, отче, в руки твои предаю дух мой. Аминь. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Лучше не выпускайте этот вирт. Такое нельзя показывать. Ну, это уж не от тебя зависит и не от меня. Я позвоню.